Биткоину повредят правительственные регуляции и борьба с анонимностью виртуальных валют, предупреждают преподаватели Гарвардского университета. Правительство думает, что анонимные транзакции затрудняют сбор налогов и борьбу с преступностью, считает экономист и преподаватель Гарварда Джеффри Мирон. Он видит выход в том, чтобы правительство разрешило существование криптовалют, не принимая их в качестве расчетного средства. Также некоторые аналитики полагают, что биткоин в реальности условно анонимен из-за того, что пользователи часто допускают ошибки, ослабляющие анонимность криптовалюты.